Всем привет, меня зовут Эдуард, я тренер групповых и танцевальных направлений. Сегодня у нас вновь функциональная силовая тренировка на все группы мышц. И как всегда, каждая тренировка начинается с разминки, поэтому мы с вами разомнемся и приступим к основной части. Готовы? Поехали! Глубокий вдох, выдох, еще раз, вдох, выдох, третий раз. Вдох. На выдохе. Собираем ноги вместе. И право-лево. Марш. Круг плечами назад. Еще раз. Руки на пояс. Open step. Да. Сегодня у нас разминка будет в стиле аэробики. Как меня слышно? И добавляем. Рука четко перед собой. Здесь вес тела переносим с ноги на ногу. Внимание. Диагональ вверх. Быстро, быстро. Еще четыре. Четыре. Три. Два. Убираем руки на пояс. И здесь добавим небольшие наклоны с прямой спиной. Четыре, три, два. Внимание! Тянемся рукой в диагональ, либо четко в сторону. Взгляд за рукой. И дальше руки на пояс, захлёст один-один. Колено 1-1. По 2. Еще 4. 4. 3. 2. Лифт сайд. По 2. Еще 4. Внимание, захлёст по 2. Здесь можете добавить руки. Напомню, шагаем через пятку. Open step. И плавно уходим на выпады. С каждым выпадом все ниже и ниже. Спина прямая. Правая 2, левая 2. У вас левая, значит, левая по 2 пружина. Еще 4. Здесь толкаемся от ноги, переносим вес тела. И остаемся по 8 пружин. С поворотом. В середину левая, правая. У кого? Выдохи ниже, добавьте максимальную амплитуду. Отсюда аккуратно собираем ноги, позвонок за позвонком. Скрутились, здесь пятка к ягодице. Здесь вот покрутили в одну в другую сторону и шагнули крест-накрест. 8 уже, 7. 6, 5, 4, 3, 2. Аккуратно, не спеша, поменяли ногу. Тянули, покрутили голеностоп в одну, в другую, там на себя, тут себя, крест-накрест.
15, добавим поворот. Здесь разминаем плечи, переднюю дельту и мышцы груди. Правая рука. Лево-лево оставляем. Потянули. Здесь еще раз продолжаем. Меняем. Чуть амплитуднее. 4, 3, 2, 3. Добавьте небольшой наклон в сторону. Затем ныряем под колено. Беремся за противоположную руку. Акцент на лопатку. И позвонок с потолком раскрутились, поменяли. Добавили небольшой наклон. Сюда ныряем под колено противоположной ноги. И позвонок с позвонком раскрутились. Руки на пояс. Либо крест-накрест ладони на плечи. Отсюда аккуратно. Также в противоположную. Доделали. Опустили руки. И наклон головы вправо, влево, влево, вправо. Посмотреть по сторонам. Также аккуратно вниз, взгляд в потолок. Вниз, взгляд в потолок. Убираем руки назад, замок. Поднимаем руки вверх. Наклоняемся. И можно добавить небольшие пружины. И отсюда убрав руки под колени, соединив ноги, округлили спины вверх. И позвонок за позвонком. Скрутились под плечами. Глубокий вдох. Выдох. Вот. У нас с вами 4 базовых упражнения. А мы про бутылку не сказали, что я ничего начали заметить. Ставим ноги на ширину таза, на ширину плеч, либо-либо. Работаем по 50 секунд. Вдох, выдох, вдох, выдох. Здесь старайтесь в каждом подходе сделать не меньше 10-15 повторений. Техники. Вес тела распределить на пятки, пальцы ног, то есть равномерно, еще 10. Здесь плечи назад, лопатки собрать, опустить. Вдох, выдох, вверх. Вдох, выдох, вверх. Еще раз. Глубокий вдох. На выдохе делаем небольшие скручивания. И дальше у нас с вами мышцы груди. Широкая постановка рук. Плечи на одной линии с ладонями. Спина, шея, одна прямая линия. Вдох, выдох вверх. Локти в стороны. Здесь раскрыть ладони.
Еще 10. 10. Прекрасно. 10 потянули. И аккуратно, не спеша. Четвертый подход. Это у нас прямое скручивание. Готовы, все вместе. По технике поясницу максимально прижимаем к полу. Подбородок отрываем от грудной клетки. И на усилие выдох, вдох внизу. Выдох, вдох. Здесь аккуратно затылок, да? Старайтесь затылком не касаться. Вот опускаемся до верхних частей лопаток. Отлично. Отдыхаем. Здесь растянулись. Обняли колени и плавно перекатом. Встаем. Я предлагаю использовать бодибар, но вместо бодибара можно взять, сейчас очень актуально, швабру домашнюю. Как раз после тренировки можно будет вытереть свой пот, поэтому готовность. Что мы сделаем? Знаете, мы с вами будем делать акцент на ноги, это внутренняя пакса бедра, руки, это бицепс в первую очередь. Ну и в целом плечи. Мы беремся за бодибар, швабру за середину. Можно, как вариант, опустить. 8 секунд готовности. Кстати, правая, либо левая рука сверху. Стопы развернуты, спина прямая. Мы делаем 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Колени до конца, ноги не выпрямляем, чуть согнуты в верхней точке. Нижние приседаем до прямого угла в коленях 90 градусов. Колени направлены, да, по направлению. Стоп. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Прекрасно. Отдыхаем. Здесь у нас второй подход. Бутылка воды, либо гантели. Мы поработаем с вами в статике. Угол 90 градусов. И все очень просто. Если нет бутылки, гантели, можно использовать полотенце. Здесь, напомним, угол в коленях 90 градусов. И здесь передаем. Гантелю перед опорной, впереди стоящей ногой. Еще 3 секунды. Меняем для симметрии ногу. Здесь постановка ног, ширина таза. Время. Мы с вами делаем подход 50 секунд, 10 секунд отдыха между подходами. Обратите внимание, здесь пятка направлена четко в потолок, колено четко в пол, здесь колено над пяткой. Спина прямая,
шея и голова ровная. Плечи максимально стараться опустить. Еще 5 секунд. Есть. Отдыхаем. Кладем бутылку, полотенце, гантели в сторону, возвращаем. Соответственно, если вдруг у вас нет, да, с собой и дома вообще швабры, вы можете приседать просто на внутреннюю поверхность бедра без оборудования. Здесь также уже противоположная левая рука. Да, если правая, то правая была, во втором подходе левая. В моем случае. Пятками, пятками. Не забывайте упираться в пол. Здесь вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Знаете, я приседаю относительно бодибара четко вниз вверх. Бодибар у меня не в подвижном положении. Все время в одной точке. Локти не разводите в стороны, старайтесь прижать к себе и прочувствуйте бицепс, плечи, переднюю, среднюю дельту. Также напомню, вдох у нас через нос, выдох через рот. Можно добавить, если стало скучно, чуть динамику, скорость выполнения. Есть. Отдыхаем. Важно, конечно же, растянуться после разворачиваемся стопой. Наклоняемся с прямой спиной, животом к грудной клетке тянемся, здесь к правой, к левой. Здесь сделали скручивание мельницу. Здесь собрали ноги, округлили спину. И у нас с вами еще 20 секунд отдыха. Да, если вдруг не успели взять оборудование, можно, чтобы не стоять на месте, сходить быстренько в ванную комнату, не знаю, в соседнюю комнату взять оборудование и вернуться. 10 секунд. Готово. Мы начинаем с вами второй блок. Мы начнем здесь с чего? С внутренней поверхности бедра. Стопы разворачиваем. 45 ориентир. И закрепляем. Не знаю, насколько это правда, но ходят слухи, что у девушек внутренняя поверхность бедра – это слабая зона. Нет? Могу ошибаться. Два секунд. 15. По технике. Здесь колени, да, четко над пятками. Прямой угол в коленях. Выдох вверх. Внизу вдох. Выдох вверх, внизу вдох. 3, 2. И еще раз. Собираем ноги. У нас подход номер 2. Это гиперэкстензия. Работает нижняя часть спины. Руки. Пальцы рук к висту. На затылок. Можно назад замок.
Начинаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Здесь из основного пальцами ног упираемся в пол, пятками в потолок и аккуратно ладони под плечи. Здесь в позу спящего младенца, просто в позу младенца. Вытянули, отдохнули и подход номер 4. Что с руками? Мне удобно руки держать над головой, это считается сложным вариантом. Есть более простой — в сторону, либо вдоль туловища. Здесь важно поясницу максимально прижимать к полу, то есть подкручивать таз. Если вдруг не получается, можно убрать ладони под ягодицы, либо полотенце, да, также положить. Стопы на себя, ноги в шестой позиции. Можно представить, что вы держите стопами листок бумаги. И задача во время упражнения — не уронить листок бумаги. И прочувствуйте большой акцент на нижнюю часть живота. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Вдох. Отдыхаем. Здесь обязательно делайте скручивание в одну сторону, в другую, вверх. Так. Я предлагаю, так как мы в базовых основных упражнениях используем в основном, да, приседы с постановкой ног на ширине таза, плеч и шире плеч, то есть широкая постановка ног, здесь использовать выпады. У нас есть еще 40 секунд отдохнуть. Не забывайте сделать глоток воды. Первый подход, конечно же, мы здесь, опять же, делаем на внутреннюю. Делаем 3 проброса. 2, 1, вверх, 3, 2, 1, вверх, 3, 2, 1, вверх, 3, 2, 1, вверх. Обратите внимание, я все время меняю руки и выдох вверх. Конечно, если вы используете канистру, канистры тяжело выполнить это упражнение, но можно представить гантелю в руках, либо маленькую бутылку, и сделать, так сказать, импровизировать.
Правая нога, левая рука. У нас с вами 3, 2, 1. Колено. 3, 2, 1. Колено. 3, 2, 1. Выдох. 3, 2, 1. Выдох. 3, 2, 1. Выдох. Причем максимально опустить вниз. Длинная шея, да, подбородок, так сказать, правильно полу. И еще раз. И отдыхаем. Меняем. Я сделаю боком. Время. 3, 2, 1. Выдох. 3, 2, 1. Выдох. 1. То есть я шагнул в лифт и поехал четко вниз. 3, 2, 1. Выдох. 3, 2, 1. Выдох. 10 секунд. Здесь рука правильно полу. Еще раз. Отдыхаем. Мы повторим первое упражнение, первый подход. Время. Раз, два, три. Выдох вверх. Раз, два, три. Выдох вверх. Раз, два, три. Выдох вверх. Естественно, так сказать. Здесь во время жима вверх плечо не подтягиваем к уху, то есть плечи максимально опущены. Еще раз. Блок номер 3 начнется через 10 секунд. Вдох-выдох.
5 секунд. Отдыхаем. Второе упражнение. Второй подход. Мы сделали наклон. Здесь. Руки. Раз. Два. Раз. Можно на пояс. Можно вдоль туловища. И аккуратно возвращаемся. Подход номер 3. У нас узкая постановка рук, плечи над ладонями. И мы с вами на трицепс. Вариант легкий с колен. Вариант чуть сложнее с прямых ног. Здесь локти вдоль туловища назад. Выдох вверх. Вдох. Выдох вверх. Вдох. Выдох вверх. Вдох. Выдох вверх. Вдох. Выдох вверх. До касания грудной клетки и выдохом выталкиваем себя вверх. Поднимаем. Можно усложнить. Еще раз. Отдохнули. Вернулись. И четвертое упражнение, четвертый подход. Это мышцы живота, это двойные скручивания. Здесь подбородок оторвали, пятки, носки соединили, колени разводим на ширину плеч и максимально стараемся скрутиться, колени дотянуться до плеч, плечи навстречу. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох. Давайте, вы продолжайте, а я немного на вас посмотрю, подумаю о вас. Здесь из основного также подбородок, да, старайтесь в момент скручивания не прижимать к себе, то есть мы скручиваемся и смотрим в потолок. Выдох, вдох, выдох, вдох. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Есть, здорово. Отдыхаем. Плавно через перекат. Садимся, встаем. Растянуть. Секунд готовности, и у нас с вами впереди
10 секунд. Здесь руку прижимаем к голове. 3, 2, 1. Есть. Смотрите. Становимся на одну ногу. Делаем наклон. Вдох. Выдох. Более легкий вариант. Нога на полупалец. Вес тела на передстоящей ноге. Вдох. Выдох. Здесь акцент на ягодицу передстоящей ноги. То есть по факту я стою, приседаю, уклоняюсь на одной ноге. Вторая просто как дополнительная опора. Вот до середины голени. И выдохом вверх. До середины голени. И выдохом вверх. Еще раз. Отдыхаем. Здесь мы меняем руку на противоположную сторону, правильно, полу. 5, 4, 3, 2, 1. Вдох, выдох. Прекрасно. 5 секунд. 3, 2, 1. Супер. Меняем ногу. Это здесь колено прижато, как будто мы стоим на двух ногах, ноги вместе. Просто раз. Переношу вес тела немного на пятку для того, чтобы максимально сделать акцент на ягодицу. То есть не падайте на пальцы, да, на носки, чуть больше на пятки. На пятку. Секунд. Не знаю, как у вас, но моя ягодичка уже горит жарким пламенем. 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Можно чуть-чуть сбить усталость. Убираем голень и бедро, колено в сторону. Раз. Два. Наклоны. Здесь плечи. Тридцать секунд готовности. Впереди четвертый блок.
20 секунд. Как можно проверить свою установку ширины ног? Мы ставим плечи, ноги на ширину плеч, делаем пятка носок, стопы развернуты, колени чуть согнуты над пятками. И у нас финишная прямая. Супер. Собираем ноги. Подход номер два. Второе упражнение. Это у нас гиперэкстензия одновременная. Руки перед собой, прижаты к ушам. Здесь выдох. Лопатки собрали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Важно пятками тянуться к потолку. Здесь вы прочувствуете не только спину полностью, но также и ягодицы. Не забывайте про дыхание. Если хочется, сделайте по 3 пружины. Да, вот, с акцентом на лопатки и плюс на поясницу. 15 секунд. То есть 3, 2, 1, 3, 2, 1. Есть. Отдыхаем. Отжимания. Широкая постановка рук, мышцы груди. Здесь напомню, плечи на одной линии с руками и старайтесь отжиматься не пальцами вместе, а раскрыть пальцы, да, вот как у лягушки. Раз. Почему? Потому что чем больше площадь опоры, тем меньше нагрузка на запястье. Это раз. Во-вторых, в широкой постановке можно и легче ловить равновесие, баланс, то есть вас не будет шатать по сторонам. Ну и вообще, в целом принято отжиматься, да, не пальцами вместе, а наоборот, растопырку. И мышцы живота. Четвертое упражнение, четвертый подход. Напомню. Косые скручивания выполняются через прямое скручивание. То есть я делаю прямое скручивание и в последний момент ухожу плечом в диагональ к противоположной ноге. Здесь подтягиваю ногу на себя. То есть выдох, вдох. Сюда. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Ну и динамики это выглядит вот в таком варианте. 3, 2, 1. Обнимаем колени. Перекат.
что за моим. Если вдруг вы не нашли бутылку с водой, но нашли бутылку с кока-колой, будем избавляться от газов. Каким вариантом? Приседы, отжимания, наклоны уже надоели. Поэтому мы первый подход с вами попрыгаем. Руки вперед. Я, если честно, люблю газированные напитки, но стараюсь не пить. 20 секунд. Сейчас мы с вами повторим, закрепим, но здесь сделаем уже акцент вверх. Также без оборудования. Jumping jack. Третье упражнение. Делаем присед. 3, 2, 1. И все время чередуем. Например, правая нога вперед, левая. Киевская. 3, 2, 1. Смена. 3. Или великал. Русский мясокомбинат. 1. Пусть ваши мышцы ног. Все горит. 3. И заключительный. Если вы обратили внимание, я одно упражнение пропустил, оставил напоследок для того, чтобы мы в конце обязательно сделали бёрпи, но через трицепс. Я как раз пропустил трицепс, и мы сейчас это все закрепим.
Это фер. 10 секунд. И еще раз. Спасибо, молодцы, кто был с нами.